Ідем по музею. Все равно спустить. Так, нет дымохода. Тут три отдельное сооружение. Многофункциональная комната. Холодная сень, холодная комора. Так, колонки стояли только у чаще богатых или середняка. Вот мы стали сюда, сюда хозяин сапожник, шустер по-закарпатски, занимался сапожным ремеслом. Хата крыта гонтом, это дорогое. Бачите, вже зібрали божу і кучу вони. Неї се нагрівали і їсти варі. Чим світло. Олівка зінобітна, як я вам говорила, полземля, але це характерно. Говорят, з земледельчого правильного хозяйства, хочу робити. Це утюг. Матывали одежду полотно, толкали этим рубелем и так гладили белье. Делают так называется шлифовка, ложечник, здесь выяснили козубы такой. Интересный экспонат с коры дерева черешни. Собирали ягоды в него. Маслобойка, корыто, рыбачка, деревянная доска, прототип металлической. Рубятника. На чердак і ти. Це з глини все район села Стеблик, 120 лет дома, дом в Некоту, где-то в столах вперед, 10-12 дней. Это не могли все, и дружные были. Да. Thank you.
Корчма. 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 Що є там риба? Возы. Потом просто люди сидели, бо дощ не падав на ніколи. Сідло дерев'яне. Не курити тут. Ну.
що там є ще щось? А то типу срізати. Можна? Архангелу Михаилу. Архангел Михаил, главный военачальник небесных сил. Он в руках всегда держит меч. Он символизирует победу добра над злом. Первая война на небе и настроил Архангела. Ангел, извините. Ну, а если вас интересует легенда, Бог спросил, будет ли он вот такой красивый, гордый ангел. Thank you.
ну-ка, декора сюда, це школа. Це школа. Звісно, там щати є маленькі. В цьому році ще не були. Нужно туда это. И в замок. Мало не знаю, що. Мало не знаю, що. Мало не знаю, що. Мало не знаю, що.